Утверждаем, может. Героиня нашего следующего сюжета, известная ясновидящая Мария Дюваль, утверждает, скоро на Земле не останется неизлечимых больных. Ставить себе диагноз можно будет в домашних условиях с помощью особого прибора, работающего на уровне ДНК. Предсказательница приехала в Москву всего на один день, чтобы дать прогноз для нашей страны, в том числе и экономической ситуации. А это уже касается каждого из нас. Давайте посмотрим. Как проверить дар у настоящего ясновидящего? Есть шутка, можно постучать к нему в дверь, и если он спросит, кто там, то стоит задуматься о его способностях. В дверь к известной французской ясновидящей Марии Дюваль никто не стучался, так как пока не было повода сомневаться в ее дарованиях. Своими предсказаниями она уже снискала славу известной провидицы. Мария Дюваль, астролог, экстрасенс, ясновидящая. Для своих пророчеств использует золотой диск с пентаклем, который столетиями переходит по наследству в ее семье. Дар Марии Дюваль позволяет ей не только видеть будущее, но и находить пропавших людей. Мария помогает французской полиции разгадывать самые запутанные дела. За это ей дали прозвище «Человек-радар». Бриджит Бардо весьма благодарна медиуму за то, что та помогла отыскать ее собачку. К ее услугам обращаются звезды шоу-бизнеса, банкиры и даже правительства некоторых европейских стран. Вот ее предсказание исхода выборов в США. Заметьте, эта видеозапись сделана за две недели до голосования. У Обамы хорошие шансы. Президентом США будет чернокожий. Но звезды показали мне, эта должность может укоротить его жизнь. И вот он результат. Невероятно, но прогноз Марии Дюваль действительно сбылся. И Барак Обама стал первым афроамериканцем на посту президента США. А что же в России? Свои предсказания о будущем нашей страны Мария Дюваль начала с политики и экономики. Ей удалось разглядеть, именно Россия сыграет ключевую роль в решении глобальных проблем современного мира. Однако в ближайшие два года все человечество будет переживать последствия финансового кризиса. Прекратится он только в 2010 году. На самый актуальный вопрос, хранить ли деньги в долларах, медиум без промедления дала четкий ответ. Не вадра плюс гран-шоуз. Обвал доллара может произойти через 2-3 месяца. И на следующий год, сентябрь, октябрь, ноябрь, это будет худший момент для доллара, он может ничего не стоить. Что касается глобальных событий на Земле, в медицине произойдет масса открытий. С их помощью жизнь человека увеличится до 140 лет. Следующее поколение будет еще лучше обращаться с компьютером и достижениями науки. Человек научится заменять полностью органы, кожу и даже глаза. Это будут революционные изменения в медицине. Мария полностью опровергла предсказания о начале Третьей мировой войны в 2010 году. Сказала, людям некогда будет воевать, так как есть более глобальные задачи. Человечеству предстоит строить жилье, и не где-нибудь, а в космос. Ведь жить 140 лет только на Земле некоторым просто наскучит. Этого не может быть, скажете вы. Что ж, в ближайшем будущем мы сможем убедиться в точности предсказаний госпожи Дюваль. В свое время она предрекла распад группы Битлз, победу на выборах в США Клинтону, развод монакской принцессы Каролины, свадьбу Лизы Марии Пресли и Майкла Джексона. Что у нее получится на этот раз, покажет время. Но я и без всяких предсказаний знаю, через пару минут вас ждет продолжение нашей программы.